друзья, с вами Маргарита, и сегодня я покажу вам вот такие вот волшебные, можно сказать, сказочные новогодние шары, которые я подготовила для фэнтези. Начну с большого. Вот такая вот здесь сказка. Это шары-шейкеры. Внутри бисер, микробисер, остатки от вырубки. Вот такие вот сказочные сюжеты. И чипборд от фэнтези в главной роли. Вот такой вот маленький шарик с оленем. Я хотела, чтобы эти шары были максимально похожи на волшебные новогодние шары, в которых есть какой-то сюжет, и если потрясти, падает снег. Ну, жидкости здесь никакой внутри нету, просто наполнитель для шейкера. И вот такой вот сказочный домик. И на примере вот этого вот шарика с домиком я покажу, как я сделала эти шарики. Для работы нам потребуется прозрачный шар, чипборд или вырубка с сюжетом, который мы будем использовать в качестве нашей сказки. Вот, я взяла чипборд от фэнтези с домиком и елочкой. На елочку наклеила полужемчужинки. Вот покажу поближе. С одной стороны и с другой. Наклеила заранее, так как работа трудоемкая. Решила не занимать время на видео. Так, также потребуются нам инструменты, клей, ножницы, шило. Для наполнения нашего шейкера микробисер, бисер, снежки. Можно использовать снежки из тесьмы или сделать самостоятельно. Вот по ходу видео буду показывать, как все это делается. Также, возможно, нам потребуется белый грунт. Ну и приступим. Остальное уже по материалам, по инструментам буду показывать по ходу мастер-класса. Так, начнем со снежков. Для того, чтобы сделать вот такие вот снежки, я взяла такую вот сетку во флористическом магазине. Из нее мы нарезаем небольшие полоски. Далее будем скатывать вот такие шарики. Просто сминаем сетку в ладони. Добавляем капельку клея. И скатываем шарик. Вот, сделаем несколько таких.
теперь с помощью грунта загрунтуем низ нашего шарика, чтобы не было снизу видно следов клея. Я буду грунтовать с помощью губки, закрепленной на прищепке. Можно грунтовать с помощью специальных художественных губок. Отрежем несколько помпонов, которые будут служить нам снежками. Также можно купить специальные флористические снежки. Посмотрим, как будет смотреться наша композиция. Пока грунт на нашем шарике подсыхает, сделаем подарочек под елку. Для этого я возьму такой вот кусочек слюды для упаковки цветов. А в качестве вкладыша внутрь я взяла кусочек салфетки и скрутила его в такой вот маленький комочек. Клеить будем на горячий пистолет. Клей нагрелся, начнем склеивать.
наш грунт подсох, можем начинать создавать композицию внутри шарика. Приклеиваем композицию так, чтобы ободок оставался нетронутым, чтобы мы потом смогли закрыть наш шарик. С помощью такого ножа от Fantasy я сделала вырубку снежинок. И теперь попробуем тоже добавить их в композицию. Оставим первую половинку шарика подсыхать и оформим вторую.
Такую вот зимнюю сказку мы собрали. Сейчас добавим немного топпингов в виде бисера. Дадим топпингам немного подсохнуть. Ну вот, наши топпинги немного подсохли. Теперь добавим наполнитель для шейкера. Это будет у нас такой снежный шар с шейкером, сказкой внутри. В качестве наполнителя для шейкера можно взять дырокольности, которые остаются после вырубки. Также добавим немного бисера. И микробисера. Теперь аккуратно нанесем клей на ободок и соединим две половинки. Проверим, чтобы клей нигде не выходил. И оставим в таком состоянии до полного высыхания. Ну вот, наш шарик подсох. Теперь здесь такой вот шейкер получился внутри. Осталось добавить завязочки. Я подобрала несколько ленточек.
Вот такой вот шарик у нас получился. Ну а на этом у меня все. До новых встреч, пока-пока!